Вітаю, шановні друзі! В ефірі «Гаряча лінія» в студії Катерина Трегубова і наші гості, як і завжди, по понеділках, представники силових структур. Сьогодні ми спілкуємось з Віталієм Сологубом, заступником начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків ОМВС України в Миколаївській області. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про роботу відділу, про те, що відбувається в нашому місті і в нашій області, і можна нам телефонувати. Телефон студії не змінений. 76-92-42. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Віталій Петрович, давайте начнем з того, що наркоманія, як і любое соціальне явление, не тільки соціальне, але підвержено, скажімо так, моді. И, естественно, популярность наркотиков, которые были 20 лет назад, 30, 40, 50, она все-таки изменяется. Что популярно сейчас? Какие наиболее распространены виды наркотиков сейчас в нашем городе, в Украине, в стране? Добрый вечер еще раз всем. Отвечая на ваш вопрос, зайдем чуть-чуть в историю. Будем так говорить, для всех привычный был город Николаев. Это молодые люди на полусогнутых ногах, это полусонные ребята. К счастью или к сожалению, этот период город Николаев уже пережил, перерос. И на сегодняшний день опиата это остались, в принципе, в городе Николаеве, но они постепенно уходят в прошлое. И, к сожалению, на сегодняшний день в городе начинает обретать популярность, будем так называть, синтетика. Это амфетамин, метамфетамин, это экстази, это полусинтетика героин, это так называемые дизайнерские наркотики. Для населения, для общественности это более-менее приемлемое, будем так говорить, такие брендовые названия, как спайс, курительные смеси. И поэтому в городе Николаеве мы видим поменьше людей, которые на полусогнутых, полусонные. А так вроде бы все спокойно, все хорошо для города. Сейчас наоборот, да, активные, да. Веселые. Но это синтетика, это, будем так говорить, адреналин для молодых людей. Поэтому оно, будем так говорить, в глаза практически не бросается. Но это не значит, что в городе нет лиц, которые употребляют эти психоактивные вещества. Я так понимаю, что, допустим, опиат, да, это все-таки что-то такое природное. Да, это мак, это то, что выращено, да. И... нельзя сказать, что это, конечно, что-то здоровое, но это все-таки природа. Синтетика – это уже химия, причем которая все время находится в движении, которая все время усовершенствуется. Наверняка это хуже, да, и зависимость более быстрая и более тяжелая, да. Сразу же. Будем так говорить, синтетика – это чистая химия, которая раз в 10-20 сильнее, чем... натуральная, более-менее растительная, и синтетика гораздо быстрее молодого человека отправляет в могилу. Это, будем так говорить, один из вариантов, или делает инвалидом. Синтетика, яркий пример этой синтетики, будем так говорить, есть натуральная, это каннабис, это растение конопли. Это марихуана, то, что было свойственно для Николаева, и на сегодняшний день оно остается более-менее дешевое. Аналог синтетики – это так называемые дизайнерские наркотики, это курительные смеси, спайсы, неважно, как их назвать. И те же самые соли, которые еще сильнее даже, чем те курительные смеси. Это новое, то, которое в городе начинает появляться, это так называемые пилсы, это таблетки. Это чуть-чуть отличие от экстази, это... более-менее свойственная к дизайнерским наркотикам, чистая химия, которая постоянно видоизменяется. И те люди, которые занимаются этим незаконным оборотом, они довольно-таки хорошие химики, довольно-таки хорошие юристы, те, которые отслеживают ситуацию и не стоят на месте, и усовершенствуют свои способы и торговли, и создания новых видов синтетических психоактивных веществ. Где распространяется наиболее активно? Это ночной клуб, это улица, это какое-то учреждение, например, школа? Бывают такие случаи? Будем так говорить, на 100% сказать, где оно продается, оно везде есть. Но более-менее обширно и массово это продается, да. Нелегально на территории населенных пунктов. Понятие то, что продается в школах или то, что продается в развлекательных клубах,
Да, эти факты есть периодически, но очень часто туда молодые люди уже приезжают, будем так говорить, или под воздействием этих психоактивных веществ, или уже перед входом в тот клуб принимают данные вещества, потому что, будем так говорить, мы эти ситуации мониторим, у нас есть взаимодействие с этими развлекательными Ну да, учреждениями. которым тоже не Да, нужно, и они чтобы у прекрасно них были понимают неприятности. те последствия, которые будут, если выявлены данные факты на территории их учреждений. И, в общем-то, вот, будем так говорить, в начале сентября на одно из учреждений нами направлено представление в суд для приостановления его деятельности. То есть все может быть, всякие варианты могут быть, но так сказать, что у нас торгуют только в учебных заведениях и развлекательных, нет. Так нельзя говорить, это будет неправильно. Возле школ, учебных заведений нового типа, наверное, все-таки тоже, да, следят, и охрана есть практически везде, и учителям контролем занимается. А вот те точки распространения, как вы их выявляете? Ну, Это... понимаете, на наше подразделение возложены обязанности проводить оперативно-розыскную деятельность. Есть роль все-таки общественности, есть роль органов власти. То есть совместными усилиями это выявляется. В принципе, если есть торговля, она не закрыта перед соседями, которые или из лучших побуждений, или из-за того, что торгуется рядом с ними, это Или вызывает конкуренты? беспокойство. Да. Ну, можно так сказать, и конкуренты Ну, тоже. Ну, бывает это тоже. редкость, но такие Особенно если факты бывают. неблагополучный район, к Потому сожалению. что, будем так говорить, да, торговля есть, но на сегодняшний день она также видоизменяется, чтобы она была скрыта от населения, от общественности. То есть есть новые методы сбыта, которыми мы учимся, как их документировать. К сожалению, это уже и мобильная связь, это и интернет, это и закладки, и массу других способов для реализации. Это и перевозчики грузов. Всякие варианты есть торговли. Это использование транспорта, которое было и есть свойственно для города Николаева. То есть не с адреса, а с транспортных средств, с постоянным передвижением. Ну, раз мы уже заговорили о том, как вот, что граждане сообщают, там, неважно уже из каких побуждений, самых лучших или не очень хороших, ну, многие, да, даже если ты знаешь, что твои соседи или где-то во дворе или рядышком в доме торгуют наркотиками, многие люди боятся об этом сказать, потому что, ну, мало ли, узнает, потому что написал заявление, и, естественно, это приведет не к очень хорошим последствиям. Можно ли, допустим, там, позвонить на горячую линию или анонимно обратиться в ваш отдел, в райотдел к участковому, для того, чтобы все-таки вот остановить то, что происходит. Ну, И граждане, будет ли такое заявление рассмотрено? ну, будем так говорить, согласно закону об обращении граждан, анонимные заявления не рассматриваются. Но в нашей ситуации мы всегда будем благодарны и рады. Пожалуйста, пишите на территориальный орган внутренних дел, на городское управление, на областное управление. Пусть будет это анонимное обращение. Мы, как говорят, примем это ко вниманию и начнем работать в этом направлении. Пожалуйста, есть телефон 102. Позвоните, сообщите. Они обязаны фиксировать любой Да, звонок, любое обязательно. обращение. Единственное, что хотелось бы все-таки, ну, сказать, это мы не пожарная команда, то есть мы не приедем сразу же, и это не будет сразу же пресечено, если это, ну, в определенной ситуации, в определенном месте. Потому что, будем так говорить, мы действуем в рамках законодательства, есть определенные процедуры, которые мы обязаны соблюсти. Иначе, будем так говорить, на скамье подсудимых окажется сотрудник, тот, который нарушил требования законодательства. Но любое обращение без внимания не останется. Да, у нас возложено в функциональных обязанностях и прописано выявлять и документировать. Где-то, может, мы чуть позже выявим, чем нам сообщат граждане. Мы будем им благодарны, потому что чем раньше мы об этом узнаем, тем меньше людей приобретет данное психоактивное вещество с машины, с адреса, неважно каким другим путем. Пожалуйста, увидели, что есть какие-то закладки, сообщите на 102, приедет следственно-оперативная группа, осмотрит данное место, и если там есть действительно закладка, и там будет какой-то наркотик,
уже данный наркотик молодой человек не приобретет. Может, вы чью-то жизнь спасете или избавите его от инвалидности? Потому что синтетические наркотики очень часто вызывают инвалидность. Любая зависимость – это трагедия для семьи и трагедия для человека, который попадает в эту зависимость, пусть даже он не понимает сначала, что его жизнь поменялась и в большинстве случаев навсегда. Когда попадает в зависимость молодой человек, который больше подвержен каким-то, да, может быть, экспериментам, вот хочется попробовать, и ничего не будет, вот я первый раз возьму, да, я брошу. А потом второй, третий, пятый, десятый, и уже дальше проходит 5 лет, проходит 10 лет, и, к сожалению, жизнь заканчивается, а те 10 лет, которые были зависимы, они пролетают очень быстро, ничего хорошего там ни для него, ни для окружающих нет. А какая все-таки вот возрастная категория более всего подвержена вот началу вот такого пути невеселого? Ну, будем так говорить из опыта, я бы, опять-таки, это все усредненно, но я бы так сказал, это где-то 14-18 лет. Это подросток. Каждый из них на перспективу не смотрит. В будущее на 2-4 года он не смотрит. У него есть желание попробовать. Ему любопытно. Ему интересно это. И он считает, что он отличается от других молодых людей. Его участь тех молодых людей не постигнет. Но, к сожалению, потом он уже горько будет разочарован в этом, но это уже будет поздно. Так же, как мы встречались в школах, там бытует мнение, что есть легкие наркотики. Это заблуждение. Легких наркотиков не существует. А вообще откуда этот термин появился? Потому что его употребляют очень часто, именно вот в таком, что да, это так, это можно побаловаться. Ну, это, будем так говорить, из добрых наших или недобрых 90-х годов, и это результат заблуждения многих людей, а вообще это пошло, будем так говорить, с Голландии. Что там что-то разрешено, что-то запрещено, в каких-то местах можно употреблять, в каких-то нельзя. Но там тоже не так все просто. Расширение сознания, творчество. Да, в определенных местах там можно употреблять, в других местах это запрещено и это наказуемо. И вот это оно передается из уст в уста, это заблуждение, что это легкие наркотики, все будет нормально. А почему-то говорят именно наркотиков. О тех местах, где разрешено, то есть пропагандируют им больше это, а не те места, где запрещено. А можно ли по внешнему виду, вот что делать родителям? Потому что, понятно, не каждый 14-летний подросток потенциальный наркоман, но все-таки прислушаться, и если, особенно если среда такая, что есть где-то ребята, которые, может быть, в доме принимают, может быть, это соседи, может быть, во дворе, может быть, в школе, задумываются. Стоит, ну как-то ж надо и права ребенка соблюсти, и где-то проконтролировать, чтобы именно наш ребенок не попал вот в такую ситуацию. Как это сделать правильно? Ну давайте я так скажу в общем, потому что будем так говорить. Я понимаю, что вы не педагог и не психолог, нет, но у вас есть свое мнение, скажу. Да, по этому есть поводу. Есть результат употребления опия, есть результат употребления кокаина, амфетамина, этих дизайнерских наркотиков, каннабиса. Понимаете, воздействие на организм, оно разное. И даже один из видов, возьмем тот же самый амфетамин или метамфетамин, на каждого человека в зависимости от дозировки будет действовать по-разному. Но если брать в общем, каждый и отец или мать прекрасно знают, как себя ведет их ребенок. Как он выглядит, как он разговаривает, какая его жестикуляция, как он питается, какой его образ жизни, когда он ложится спать, когда нет. Если молодой человек начинает употреблять наркотиков, вот эти все аспекты нарушаются. Например, берем опий, у молодого человека будет зрачок сужен. Если брать каннабис или амфетамин, метамфетамин или дизайнерские эти наркотики, зрачок будет расширен. Если он употребляет опий, у него будет сонливость, замедленные действия. Если он употребляет психоделики те, то однозначно у него будет прилив энергии, у него будет жестикуляция, у него будет масса энергии, то есть нарушится ритм сна, он не захочет спать. У него проснется грандиозный аппетит в то время, когда он, в общем-то, никогда не питался. То же самое, у него может быть затянутая речь, как, знаете, пленка, когда чуть-чуть начинает медленнее прокручиваться, или у него начнется трясти челюсть. То есть, если брать... Это уже такие признаки, вот, наверное, такого долгого нет, употребления. Нет, это с первого раза оно будет видно, но действие может быть по-разному.
Если брать тот же самый опий, оно может действовать до 10 часов. Те же самые амфетамин, метамфетамин, там 3-4 часа. Дизайнерские наркотики, их действие может прекратиться и через час, может через 20 минут прекратиться. Но будем так говорить, если вы увидели у своего ребенка капли для глаз, вас это должно однозначно насторожить. Если у него нет причины да. ему пользоваться. То есть, если вы видите нарушение там, жестикуляции в поведении, прилив энергии, запаха алкоголя нет, вы должны быть уже настороже. Если это вы... может быть и проявление болезни какой-то, да, потому что это же тоже то, что вы перечислили, ну не обязательно это. Ну, знаете, при болезни, прилив энергии, галлюцинации, там. Нет, ну это да, а вот, допустим, там замедленная речь или если вот сонливость, то это же может быть. Может быть, знаете, как говорят, заторможенность общения. Задали вопрос, а он вам на него начинает отвечать там минут через 5-10. Вас это уже должно насторожить. Посмотрите, что в карманах ребенка. Я не считаю правильным мнение, что это там личное пространство ребенка все остальное. Посмотрите, что в карманах. Может, где-то в карманчике там осталась там растительная масса там, какого-то зеленого цвета или чего-то. А ваш ребенок не курит. Вас это должно насторожить. Может, какой-то пакетик с фольги. Вас это тоже должно насторожить. Капли. Тоже вас должно это насторожить. Вы ну, видите... Вообще-то, наверное, когда вот такое состояние, лучше все-таки врача вызвать. В любом случае. Если это болезнь, то вы вовремя ее подхватите, а если это уже, ну, тоже будете знать. Да, если вы что-то нашли у него, то поговорите с ребенком, объясните ему последствия, объясните, какие его ужасы в дальнейшем ждут. Откройте ему статью в интернете, пусть он почитает. Употребление тех же самых психоактивных веществ, амфетаминового ряда или тех самых дизайнерских наркотиков, это у него в перспективе однозначно импотенция, это однозначно нарушение работы головного мозга, это однозначно он через время будет поставлен на учет, и даже не в наркологии, а чуть-чуть в другом заведении. Это однозначно он отупеет. Он, понимаете, мы когда выступали в учебных заведениях, нас это просто вогнало в шок, то, что молодые люди считают этим нормальным. Говорят, мы раз, два, три покурим, это нормально, ничего с нами не будет, никаких последствий у нас не будет. И когда мы им показываем сюжеты реальные из жизни, когда у человека тело покрывается всеми язвами толщиной по 5 сантиметров, шириной по 5 сантиметров, когда с него течет гной, когда у него разрываются кровеносные сосуды, когда он выходит с третьего, с пятого этажа, как он корчится или как он кидается там со ступенек на этаж ниже, или как он потом через время начинает отвечать на вопросы, они начинают задумываться. И понимаете, им просто никто не рассказывает об этих последствиях, о том, насколько это страшно. Да, там мы им говорим, есть ответственность за правонарушение. Ну, понимаете, молодому человеку как-то это им не воспринимается. Но когда он видит реальные сюжеты, ну, да, визуальное восприятие из жизни, тогда он начинает уже о чем-то задумываться. Как мне очень многие говорили, да я можно раз покурю, это будет все нормально. Мне просто интересно эффект ощутить. Но когда ты ему приводишь пример, что молодой человек один раз покурил, и потом трое суток бился об стены головой, а второй человек просто вышел с пятого этажа, да. Вот это как-то ощутимо. Это впечатляет. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, смотрю вашу передачу, они так очень как бы заинтересовались в плане того, что у нас маленькие дети, мы часто ездим в гости в корабельный район к родственникам, то есть по объездной дороге, вот объездная дорога. Вот сколько мы гуляем с детьми, с маленькими детьми, постоянно, вот второй год, как бы у нас, ну, переехали родственники туда, вот второй год подряд, лица, как сказать, цыганской национальности, не знаю, это постоянно вот это вот движение машин, постоянное движение вот этих сонных людей, молодых людей туда-сюда, постоянно вот это вот сидят они под этим забором, там ждут эту машину, когда она подъедет, там раздаст им не знаю что, ну ладно, когда раздаст, это ладно, но... Дети от 2 лет вот у нас до 7, как бы, ну, наши знакомые родственники, еще раз повторюсь, валяются эти шприцы, валяются, ну, как бы, и вы знаете, самое ужасное то, что как бы мы обращались уже в корабельный район, сказали, будет факт преступления, либо тогда обращайтесь, как-то было вот у нас, просто уже довели вот это, они же ходят просто наглым образом. Эти цыгане, извините, пожалуйста, но оно действительно так и есть. И профилактики, ну я понимаю, как бы, ну, там просто, ну я даже не знаю, их там проживают, просто не кварталами там проживают, а кварталами там распространяют это все. Спасибо большое, спасибо, Виталий, да, Петрович. Я понял, но информацию мы примем к сведению, я думаю,
как говорят, эффект наступит, но так, чтобы не показалось, что мы не работаем в этом направлении. В этом году было, в принципе, нами задокументировано достаточно лиц, будем так называть, с района Объездной, которые занимались незаконным сбытом наркотических средств. И я думаю, в принципе, в ближайшее время мы еще, как говорят, задокументируем немалое количество из них. Но, как говорят, я думаю, эффект все-таки будет в этом направлении, и я думаю, скоро там торговля, в общем-то, закончится. Единственный момент, понимаете, в чем пугает, что, в общем-то, люди, отбыв наказание за данные виды преступления, все-таки возвращаются опять к этому моменту. Но единственное, радует, что следующий этап их наказания будет гораздо дольше, и гораздо дольше на том месте не будет. Ну, сигнал я... Как говорят, записал, я думаю, эффект вы ощутите. Раз мы уже заговорили о преступлении и наказании, вот в летний период проводилась операция МАК, это традиционная операция. В этом году какие отличия, какой результат, как долго она была и какие службы были задействованы? Значит, ну задача этой операции была в чем? Выявить незаконные посевы, дикорастущие посевы наркосодержащих растения, это конопля и мак, и по максимуму их уничтожить. Для чего проводится эта операция? В общем-то, то, что выращивается, потом поставляется в населенные пункты и продается, будем так говорить, если брать это коноплю, это марихуана, ее потребители, это молодые люди. То есть, чем больше мы уничтожим, тем меньше поступит в населенные пункты. Да, в этом году есть определенные результаты, это и 184 правонарушения уголовных, которые были выявлены, это и выявленные админправонарушения. Но что хотелось бы сказать, да, это все статистика. Результат в чем? Более 15 тысяч растений нами выявлено и уничтожено. То есть это, будем так говорить, значительный урон по бизнесу был. Достаточное количество, да, мы, может, еще и не выявили, потому что есть разные методики выращивания, разные методы, и это все укрывается, и есть методы конспирации. Но разочаровало, что не было видно активности населения, не было видно активности председателей сельских советов. Кто, как не они, знают, где, что и как. Мы, в принципе, уже выступали и говорили, но боитесь вы, пожалуйста, есть анонимные сообщения, сообщите. На 102, сообщите к нам, мы приедем и задокументируем это. Как-то в прошлом году было гораздо больше активности и депутатов местных советов, и председателей сельских советов. В этом году она была практически нулевая, эта активность. У нас осталось буквально 2,5 минуты до конца эфира. В четверг состоялся координационный совет по борьбе с туберкулезом, СПИДом и наркотиками. Мы там с вами присутствовали, и вот возникла такая тема, да, по аптекам, потому что представители общественных организаций, которые там были, обратили внимание и педагогов, и милиции на то, что и медиков на то, что подростки покупают совершенно, на первый взгляд, невинные лекарства, но при определенном там смешивании, да, вот они знают, кто-то им рассказал, что с ними можно сделать, это превращается в наркотическое вещество. Контроля как такового нету, потому что само по себе это лекарство невинно, скажем так. Что можно сделать? Вы ответите на этот вопрос, но перед этим у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот Виталий Петрович, правильно, да, там зовут? Да. Гражданин из милиции. Такой вопрос вот у меня есть. Я состою вот на программе заместительная терапия, метадол получаю. Есть ли в перспективе возможность какая-то там на рецептурный там, ну, метод получения там перейти или как-то, я не знаю, потому что вот согласовать с милицией это можно как бы, например, или я не знаю, но с обманом, потому что на работу трудно устроиться из-за этой программы, потому что выдача начинается там с 8 до 9 утра, то есть как бы на работу будешь опаздывать, если, ну,
Как вы там, есть ли перспектива перейти на рецептурный там метод получения? Спасибо большое. Значит, да. Ну, будем так говорить, заместительная поддерживающая терапия – это программа, которая уже довольно-таки продолжительный период проходит на территории Украины и Николаевской области, и, будем так говорить, методика ее проведения постоянно совершенствуется. Вначале, если все относились к этой программе очень многие отрицательно, то на сегодняшний день очень многие пересматривают свои взгляды на нее, потому что есть массу и плюсов в этой программе. Значит, порядок выдачи препаратов ЗПТ прописан и описан приказами МОЗа. Значит, если это все проводится в рамках действующего законодательства, то милиция никаким образом против этого не будет. И первоначальные, как говорят, вначале, когда пробовали с ЭДНОКом, то, в общем-то, как говорят, замечаний со стороны милиции к этим моментам не было. Поэтому, я думаю, все можно будет сделать. Проще говоря, если предусмотрена такая форма, да, получения, да, по рецептам, то вы сможете и воспользоваться, да, милиция против не будет. И очень коротко вот о том, что, значит, я сказала. Значит, на сегодняшний день есть, и мы мониторим ситуацию, достаточно препаратов, которыми начинают злоупотреблять молодые люди. И диву даешься, иногда при отсутствии химического образования они создают такие вещества, которым еще Колумбия позавидует. На сегодняшний день служба вышла с предложением на МОЗ определенную группу препаратов ввести в предметно-количественный учет и группу сильнодействующих ядовитых. Я думаю, МОЗ нас поддержит, как и в других моментах, и данные препараты из, будем так говорить, широкого оборота будут убраны. Но никто не отменял ответственность за отпуск лекарственных средств без рецептов. И если у вас есть знания, такие факты, пожалуйста, обращайтесь в Государственную службу по лекарственным средствам или обращайтесь к нам. Я думаю, те представители фармбизнеса понесут за это ответственность. Большое спасибо. Спасибо за то, что вы были в нашей студии. Приходите к нам еще с полезной и интересной информацией. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом. Нехай так буде завжди. Ми будемо працювати для нас, а ви будете залишатися нашими улюбленими друзями. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.